Что нужно для продвижения локального бренда и что хотят видеть потребители на рынках? Эти вопросы обсудили новосибирские предприниматели на 4-м Сибирском медиафоруме. Подробнее в сюжете Юлии Алихановой. Потребителям и в том числе жителям Новосибирска интересно, когда в телевизионной рекламе появляются местные бренды. Вот посмотрите на цифры, это 76% опрошенных, которые об этом заявили. Для местных производителей настало время заявить о себе и своих продуктах. Фокус на регионы. Так звучит тема 4-го Сибирского медиафорума. Те компании, которые на текущий момент являются организаторами этого форума, безусловно, имеют очень большой запас информации. И для нас крайне важно поделиться этими знаниями с нашими партнерами, с участниками форума, потому что это прикладные знания, которые, безусловно, помогут в продвижении и в развитии бизнеса на рынке Новосибирска. Сегодня уходят одни бренды, появляются новые, пока еще неизвестные. Предпринимателям, а также пиар-специалистам важно знать, как реагировать на эти изменения. И медиафорум – это возможность получить полезную информацию от экспертов. Я буду рассказывать про то, как выстраивать коммуникации в наши турбулентные времена, как, собственно, это делать локальным брендам, потому что они в более пораженном состоянии. Мы работаем в основном с крупными федеральными клиентами. Мне кажется, важно эту экспертизу принести на региональный уровень, ну, в общем, быть полезным своим землякам. Найти полезные идеи для бизнеса приехали больше 100 предпринимателей. Площадкой для проведения стал центр «Мой бизнес», который уделяет большое внимание информационной составляющей и помогает продвижению продуктов на рынке. У нас есть ряд услуг, которые мы предоставляем предпринимателям, такие как изготовление лендингов, товарных знаков, продвижение ВКонтакте, наружная реклама. И эти все услуги мы предоставляем предпринимателям для их развития, для масштабирования и увеличения спроса на их продукцию. После выступления спикеров – обмен мнениями на круглом столе. Участники медиафорума вместе с экспертами обсуждают актуальные тренды в экономике региона и потребительские настроения. Юлия Алиханова, Тарас Тарасов, новости ОТС.